Добрый день, дорогие читатели. Как один из переводчиков книги Джен Манка «Как заселялась Европа от первых людей до викингов», я хотел бы рассказать немножко об этой книге. По-английски ее название «Ancestral Journeys from the First Settlers until the Vikings». И книга эта посвящена заселению Европы действительно от первых Homo sapiens и до последних миграций во время раннего Средневековья. Джейн Манка основывала свою книгу на данных как археологии, так и палеогенетики, так немного и лингвистики. Ну и, конечно, исторические данные в последней части этой книги она привлекала. Книга эта интересна тем, что представляет собой синтез, довольно популярный синтез всех данных по археологии и палеогенетике, в первую очередь, где-то на 2015 год. Конечно, данные по палеогенетике постоянно пополняются, и сейчас они, конечно, уже более полные. Допустим, были найдены древние ДНК, которые не были доступны Джен Манка на тот период, когда она собирала все данные для издания этой книги. Но в целом многие гипотезы ее и взгляд ее на заселение Европы, иммиграции, первые иммиграции в Европе, подтверждаются как данными археологии, так и палеогенетики. В частности, профессор Королевского университета в Белфасте Джим Мэлори, известный индоевропеист, признает, что ее аргументация, когда она говорит о происхождение индоевропейцев из южно-русских степей, действительно подтверждается как данными археологии, так и последними данными палеогенетики. Книга эта поражает своим охватом данных как исторических, так и археологических, палеогенетических, то есть от палеолита и до раннего средневековья, включая бронзовый век, глава о индоевропейцах и о генетике, палеогенетике индоевропейцев, главы, посвященные кельтским миграциям в Европе, Железному веку. Все это просто поражает. Русского читателя может заинтересовать глава Джен Манка, посвященная, во-первых, посвященная славянам и расселению славян в Европе, так и глава, посвященная скандинавам и викингам, также важна. Конечно, Джейн Манка придерживается той точки зрения, что Скандинавия сыграли существенную роль в установлении и в основании древнерусского государства, ну, что, собственно, подтверждается как археологическими данными, так и историческими данными. Однако, что касается генетики, действительно, следов вот эта скандинавская элита в России почти не оставила. Не исключая, может быть, данные ДНК Рюриковичей, где действительно мы можем проследить, что происходят они откуда-то из Финляндии, скорее всего. Вот. Поэтому книга эта будет интересна читателю в России. С одной стороны, потому что Манка описывает происхождение индоевропейцев из южно-русских степей, из территории современной Украины и Южной России. Также Манка уделяет большое внимание миграциям из Центральной Азии в Европу, с территории современной Сибири, это тоже территория России. Более того, ее главы, посвященные расселению славян и миграциям скандинавским, тоже важны для русского читателя. Еще важно то, что Джен Манка воспринимает территорию современной России как непосредственную часть Европы, очень важную часть, с территории которой начинались многие миграции, которая непосредственно влияла на заселение
как Западной Европы, так и Восточной. Вот. И те современные границы, которые прочерчены в Европе между Россией, восточноевропейскими странами, Украиной, Белоруссией или современными западноевропейскими странами, эти границы были не так важны в свое время, в древности или в средневековье, что лишний раз подтверждает книга Джин Манка. Вот. Поэтому книга эта будет очень важна и интересна как студентам, изучающим историю Европы с древних времен до Средневековья, так и профессиональным историкам. Перевод книги осуществлен командой переводчиков и историков. Пришлось действительно работать над как первоисточниками, так и самим текстом Манка. Библиография Манка была немножко дополнена. Туда были включены книги, написанные на русском языке за то время, после 2015 года, статьи и книги по палеогенетике, которые выходили в России или в других русскоязычных странах. Читатель действительно будет, я думаю, приятно удивлен размахом и спектром знаний и данных книги Джин Манка. И еще один пункт очень важный – это то, что Джин Манка не отягощена какими-то предубеждениями или политическими какими-то амбициями или комплексами, и старается как можно объективнее подходить к этому деликатному вопросу миграции и заселения европейского континента.